Всем привет! По многочисленным просьбам подписчиков хочу показать работу дискриминации на этом приборе. Ну, многочисленным трудно сказать, один подписчик не может разобраться на своем приборе с дискриминацией, поэтому хочу показать. Так, как написано в инструкции, при включении прибора он у нас находится в режиме «Все металлы». Так, кольцо золотое. Видит. Ножницы канцелярские тоже видит. Так, переходим в другой режим. Кольцо видит. Ножницы тоже видит, значит, не перешел. Вот теперь перешел. Цветной видит, черный не видит, цветной видит. Переходим в следующий режим. Кольцо не видит. Ножницы видит. Еще есть статический и динамический какой-то режим здесь. Я с ним еще не разобрался. Вот так он вроде включается. И как-то он при отдалении предмета так, при мере приближения к объекту тональность звукового сигнала будет увеличиваться для цветных металлов и уменьшаться для черных при отдалении наоборот. Не знаю, какая разница. Сейчас попробуем на цветных металлах, что будет. Так, это, по-моему, должен быть все металлы, да. Вот это цветной. Раз. Да. Не знаю, не вижу разницы. А, сейчас вот так надо делать. Раз. При приближении, при отдалении что-то непонятно. Ладно, как разберусь, сниму следующее видео. До свидания, подписывайтесь. Всем крепкого здоровья.